Уроки музыки от профессионалов. Во время учебного дня ученики младших классов переместились в зрительный зал, где вместо проверки домашнего задания их ожидал концерт камерного хора. Выступления артистов плановые. Такие они проводят в школах Саранска в течение года, но все же этот концерт был особенным. Прежде чем артисты начали петь, им вручили заслуженные награды. Этим летом камерный хор активно радовал гостей чемпионата своим творчеством. Их труд оценили болельщики со всего мира и руководство республики. Медаль вручается Карташову Павлу Владимировичу. Медаль за вклад в проведение чемпионата мира по футболу. Камерному хору 27. Из самого своего основания участники тесно сотрудничают со школами. В течение года они приходят с концертами к юным зрителям, чтобы привить любовь к музыке. Отрадно то, что детям, которые в настоящее время учатся в школах, интересна культура народов, которые проживают в Республике Мордовия. Потому что у нас представлены в республике 119 национальностей. И посредством музыки, танца, костюма народы, проживающие в республике, делятся своей культурой с другими народами. Артисты не только выступают, но и работают с талантливыми учениками. Ребята из школы Саранска занимаются с музыкантами, поют на городских площадках, а 10 из них выступают в детском хоре России. Вместе с большим коллективом в 1000 человек, собранным с разных уголков страны, они гастролируют по городам России. Ежегодно проходит ротация детского хора, то есть замена. В возрасте 15 лет, когда начинается изменение голоса, то есть мутационный период, в это время, значит, мы одних провожаем, а других принимаем. И вот я поэтому идет фактически, мы со всеми школами работаем. На концерте звучат детские песни, сказочные истории, легкий мотив. Этого достаточно, чтобы целый зал внимательно слушал каждую мелодию. Мы закладываем в подрастающее поколение духовное зерно, хоровое пение. То есть дети, слушая нас, слушая знакомые песни, классику, мордовские песни, песни на различных языках народа, мира, они впитывают культуру. У участников хора график достаточно плотный. Ежедневные репетиции и выступления не только в школах Саранска. Сейчас артисты готовятся к открытию чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в столице Мордовии. 20 декабря они выступят для участников соревнований. Ольга Данилова, Владимир Надькин, «Народные новости».